Так, погоняем уровни аварии экстрим установки. Бонусные тачки. Mitsuba Pajero Force Transit. Ford Escort. Нормальный такой, нормальный. Ну, это просто божественный Citroёn. Дельта хороша. Поедем на вот этой пупсике. На какой трассе? Да, Греция, США, Япония. Что-нибудь по жесть. Ливень. Средний дождик, средний дождь. Вот в ливень хочу поехать. Пружины. Так, что же сделать? Так, установки. Мокрый гудрон. Лучше для мокрого. Гладкий гудрон, абразивный. Так. Ну, вот на этом поедем. Так, клиренс. Я не понял, а чё клиренс? Тебе пофигу, что ли, или чё? Жёсткие пружины. Антизанос. Тяжёленькие тормоза. На заднее давай пускай. Так, управление. Тяжелое будет управление. Коробку сделаем на высокой. Ой, как поднята она. А то сейчас должна вообще жесть быть. Ах, дождь валит, Вася же есть. Мы готовы. Ой, блядь, не рулится нихера. Ой, рычит. Просто рычит. Ой, хорошо, как что-то никого не могу догнать. Так, куда ехать? Стопурики заднюю. А, с места даже. Мы даже тронуться с места нормально не можем. Окей. Короче, главная задача доехать. Мне чё в 04 нравилось? Так это капельки. В 2004 году я офигевал от этих капелек. Маленько заносик пошел. Управлять просто нереально машиной. Ну, едем, едем. На третий, как порядочные люди. Папа? Все. Ну хорошо, скажи, нам еще не скоро ложиться. Я тут на говнотачечке пытаюсь доехать. На Ситроенчике бедненько. В этом люди все меня аплодируют, чуть не врезался. Дождь идет. Гром гремит.
Поеду на четвертый в топку. Так гнать. Ладно, на вторую проедем. Ой, мусора за мной. Мусора, мусорянские. Куда вы норки пилите? Оп. Да, конечно, дождь жесткий идет на улице. Но я справляюсь с управлением, веду как бог, вообще Вася, вот поворот, захожу, газ в топку, давлю, все едет нормально. Кофеек одной рукой попиваю. Когда уже финиш будет, ёлы-палы. Вах-вах-вах-вах, не надо врезаться, не надо, едем. Мы едем. А чё, сколько тут? Коробка четвертая, скорость максимальная, правильно. Нечего гнать. Оп-оп-оп, ой, что-то пошло не так. Прям слышу, как гром гремит, трус. Кусты трясутся. Ой, что, вода что ли в натуре? Вода. Ой, как тяжело в воде, прям как в жизни. Прям как в жизни. Тебе смешно, попробуй, тут еду, блядь. Не вижу ничего, дворники работают, как отмороженные. Заворот, резкий заворот. Направо, направо. Ой, опять воду. А, хорошо. Ладно, на третье поедем. Ой, хорошо, прям как машину чувствую, водички заносит. Ну чё, когда финиш-то будет? Тихо, кабриолет, Ситроен, не гони. Оба. Да. Молния жестко херачит, нахуй. Главное, чтобы Ситроенчик не ударил, иначе сгорю к хуям. Ой, водичка, пониженную надо за низ. О, поплыли. Выплыли. Главное, что прикольно на этой машине, то не врезаешься. Скорость настолько маленькая, что аварии тут не предусмотрены. Ой, хорошо, как едет. Сейчас дрифт стайл. Ой. Да, лютый тормоза у них. Давай, жми. Ой, звук просто нереальной машины. Ой, в грязь попали. Заворачиваем руль туда-сюда. Занусь вторую. На первой буду ехать, пока двигатель не сгорит. Просто тупо гашетку в пол и на первый. О, нифига там чувачков манталачит. А, чуть не врезались. Ой, заворот какой лютый. О, алкаш за рулем. Он даже на первой нормально не может ехать. Чего там на сигнале тебе пикает? Все, на встречку не заезжаем. Аккуратненько манцуем. Танцуем. О, финиш. Можно выебнуться. Дрифт. Ручник. Люди, привет. Люди, картонные человеки. Ой, как хорошо. Уровень пройден. Нажмите Enter, Япония. Ну и чё? Будет повтор, тут не повтор. Ну, стоим, значит, не едем никуда. А, мы на финише стоим, окей. Да, немножко от мирового рекорда опоздал. Ну, что сделаешь?